spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. В этом обзоре мы поговорим о наборе для пикника под названием All Inclusive от компании Camping World. По его названию уже видно, что в нем есть все необходимое для отдыха на природе для небольшой компании. Рассчитан на 6 персон, вес составляет чуть более 4 кг. Давайте поближе его рассмотрим. Сумка имеет следующие размеры: длина 50 см, ширина 28 см и высота 37 см. Она сделана из износостойкого полиэстера с маркировками 210D и 600D. Этот материал прочный и легко очищается от загрязнений. Для переноски есть верхняя ручка и широкий плечевой ремень с возможностью регулировки по длине. Чтобы избежать соскальзывания сумки с плеча во время ходьбы, на ремне имеется широкая вставка с шероховатой поверхностью. По бокам сумки имеются небольшие кармашки для мелких вещей, которые закрываются при помощи липучек. Чтобы попасть внутрь, необходимо открыть две застежки Fastex. Здесь мы видим очень просторное отделение, которое фиксируется двумя липучками. В нем можно разместить большую скатерть, полотенце или что-то еще необходимое для пикника. Второй отсек закрыт молнией с двумя собачками. Это очень объемное термоотделение. Здесь вы можете разместить как свежие продукты для приготовления пищи, так и готовые блюда. Но надо учесть, что для более длительного их хранения, или если вы хотите, чтобы ваши напитки дольше оставались прохладными, рекомендуется использовать дополнительные хладоэлементы. А теперь перейдем к основному отделению, в котором располагается набор посуды из нержавеющего металла и бытового пластика. Здесь все предметы имеют отдельные кармашки или держатели. Таким образом, все надежно зафиксировано, содержимое не гремит и не ломается. В одной половине расположены 6 глубоких тарелок диаметром 15 см, 6 бокалов для напитков с матерчатыми салфетками, 6 небольших стопок, солонка, состоящая из двух отделений для перца, соли или иных специй, многофункциональный инструмент с ножом, открывалкой для бутылок, а также штопором. В наборе имеется небольшая сумочка. С другой стороны мы видим 6 вилок, ножей и ложек. Также здесь находится разделочный нож с лезвием длиной 9 см, зубчатой режущей кромкой и деревянной ручкой. Есть пластиковая разделочная доска, небольшая матерчатая скатерть, а также 6 пластиковых неглубоких тарелок диаметром 23 см. С таким набором, как All Inclusive от компании Camping World, вы всегда сможете накрыть красивый стол для большой компании, находясь даже на природе. А наличие подарочной упаковки сделает из него хороший подарок для ваших друзей. А на этом обзор закончен, и до новых встреч на канале Spinning Line.